Марсик, Марсик, Марсик. Никак не хуже в фокус попадать. Да, ну это, наверное, лучшее, что сегодня получится, когда там все-таки на западе дымка уже такая крепенькая образовалась. Фобоса Деймоса мы, конечно, не увидим, но хоть так. Это Харьков, 19 марта 2019 года, 19:09 по Киеву. Но у нас тут кроме Марса есть еще покрасивее виды. Сейчас наведемся на Луну. Так, это не Млечный путь, это экватор на северной Салтовке. Вот это наша Луна. Луна у нас как раз в перигее, на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите. Ну, что такое? Слишком много света. Вот она, наша красота. Тулечка. 20 минут назад Луна была на ближайшем расстоянии от Земли. Это было 359 380 километров. Ну, если повезет, еще с утречка поснимаю. Юпитер. Марс это у нас был 200 миллионов километров, 220, по-моему, миллионов километров от Земли. Юпитер сейчас в полутора. Вполне можно и спутники разглядеть. В ясную погоду при нормальном увеличении. Красотища. Так что может завтра перед рассветом, перед сменой выйду да поснимаю еще и Юпитер, Венеру, Сатурн. Да, побитая, побитая. Это же на Землю столько же их обрушивается. Даже больше, учитывая большую площадь и большую гравитацию. Но здесь на Луне нет атмосферы, соответственно, все это впечатывается на миллионы лет, не исчезая. Есть понятие космический ветер, как я недавно узнал. Но подразумевает он воздействие космического излучения на поверхность Луны. И, конечно, не особо-то космическим излучением кратер уберешь. Ну, лады. 19 марта, 19 год, Харьков. 19, Киев. Лучший враг хорошего называется.
Ну, хорош.